рассада гипсофилы пинк – это многолетнее растение, которое вырастает в высоту около 120 см. Листья маленькие и узкие. Стебли очень ветвистые и образуют шаровидный куст. Цветочки мелкие розового оттенка и объедены в метельчатые соцветия. Цвести начинает с июля до конца августа. Плюсы гипсофилы пинк. Не нуждается в частых пересадках. Устойчива к заморозкам. Эффектный вид. Семена гипсофилы пинк нежелательно садить вблизи грунтовых вод. Растение предпочитает расти на рыхлой супесчаной почве. Может расти на одном месте около 5-7 лет. Хорошо смотрится в групповых цветниках и самостоятельно. Гипсофила метельчатая пинк – это травянистый высотой 50-60 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка розовый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.